Всем привет! Меня зовут стар-мастер Мика Хигай. В Атоми можно строить глобальный бизнес, и у нас в команде есть не только СНГ, а также весь мир, в том числе Турция. Давайте в этом видео поговорим о том, какие продукты, какой товар выйдет сразу на турецком сайте после открытия, официального открытия Атоми Турция весной этого года. С категории здоровья это женьшень, хонгсамдан, красный корейский женьшень, спирулина, витамин С, лютеин, витамин В комплекс, пробиотики, а также омега-3, растительные, да, псилоим хаск, псилиум, турмацин, коллаген, фолиевая кислота, мультивитамин, триактивный кальций, гинканаты, хемохим. То есть на всех этих товарах мы позже подробнее остановимся. Сейчас я просто хочу вам сказать, что выйдет. The Fame, пятиступенчатый, а дальше Absolute набор из 6 средств, Sarah Kids набор для деток, Hand Therapy – это терапия для рук, мужской набор, Цика набор для чувствительной кожи, Eco Mild – это пенка для чувствительной кожи, зубная паста, набор для проблемной кожи, дальше крем от солнца, BB-крем Абсолют, четырехступенчатое очищение, маски тканевые экспертные, набор для волос Scalp Care, а также набор для тела Ultra Body Rich. Теперь подробнее о каждом продукте. Но сначала давайте посмотрим на эту картинку. Здесь основатель компании Атоми, господин Пак Хан Гиль, очень радуется чему и кричит, что «Чок якинда Туркеби», скоро открытие Турции. Атоми Турция уже столько стран Атоми открыла в мире, но это только начало. Турция – это дверь в Европу. За Турцией открывается Великобритания, Германия и так далее. Также в этом году Бразилия. И мы очень рады, когда страна открывается. Это значит, что в этой стране можно покупать качественные корейские товары по доступным ценам, а также можно участвовать в партнерской программе и получать выплаты за рекомендации. Очень много товаров уже получили сертификацию и выйдут сразу в продажу после официального открытия сайта. Это набор Абсолют шестиступенчатый на верхних картинках. Комплекс для глаз, ампула Абсолют, которая помогает нам приостановить время и повернуть его вспять. То есть очень хорошо подтягивает нашу кожу, возвращает ей молодость. 6 кремов в верхнем, да? Наборе Абсолют. Нижний набор называется The Fame, это новинка 2019 года. Когда мы впервые стали мастерами продаж, также вышла вот эта вот новиночка, и мы получили уже набор The Fame. Да, раньше это была шестиступенчатая система. То есть компания постоянно обновляет свой продукт. В этом креме идет питание нашей кожи. Также здесь у нас тонер, эссенция, лосьон, а также крем для глаз. То есть кремы. Спирулина, бестселлер. Абсолютно бестселлер, потому что стоит ей появиться на нашем сайте российском, так ее очень быстро раскупают. Спирулина очень полезна для нашего здоровья, она обладает огромным количеством витаминов, минералов, аминокислот, имеет противовоспалительное действие, успокаивающее, то есть, а также очень богата белком. Хемохим – это то, с чего начала работать, да, с чего начала продажа компании Атоми, и сейчас Хемохим – это один из лучших БАДов в своей категории. Да, то есть для иммунитета равных ему нет. Итак, следующее. Да, чтобы зарегистрироваться на турецком сайте, вам нужно войти на сайт global.atomi.com, и здесь доступна регистрация для граждан Турции. Также у нас из продукции, это наша знаменитая зубная паста, которая имеет лечебный эффект, то есть она имеет главный ингредиент, это прополис. Это природный антибиотик, хорошо справляется с
дискомфортным, да, в ротовой полости, убирает неприятный запах, способствует здоровью ваших зубов, то есть заботится не только о, о ваших зубах, а также о эмали, об эмали, о дёснах. И трехступенчатое очищение – это 4 тюбика, 120 и 150 миллилитров. То есть они очень надолго хватают, вам, и вы можете пользоваться с удовольствием этим восхитительным набором, потому что он заменяет вам спа-процедуру в салоне. То есть вы дома можете себе сделать полное очищение вашей кожи, начиная с Deep Cleanser. Это гидрофильное масло, которое нужно на сухую кожу нанести, затем убираем ватным диском, и макияж у нас отходит. Да? То есть здесь есть листья гинкго в составе. Состав очень натуральный, богатый, и вы почувствуете результат после первого же применения. Foam cleanser – это пенка. Peeling gel, gel peeling. И заканчиваем мы эту процедуру замечательной маской и пленкой. Сужаются поры, дается лифтинг-эффект. Но самое главное, происходит процесс очищения, благодаря чему дальнейший ваш уход, это крема, смогут лучше проникнуть в глубокие слои вашей кожи. Также есть специальная пенка для чувствительной кожи, а также мицеллярная вода. Здесь два средства – пенка и мицеллярная вода. Набор для волос – Scalp Care Shampoo and Conditioner, то есть кондиционер, шампунь для здоровья вашей кожи головы, для ваших прекрасных волос. Кстати, именно этим набором пользуюсь я. Также потом есть еще две линейки, три линейки, да, для волос, появилась недавно новая, но вот именно вот этот Scalp Care набор – это мой фаворит. Также у нас есть экспертные маски, то есть они раньше не были экспертные, это они получили апгрейд, сейчас они стали еще лучше, состав стал просто восхитительный, теперь добавили коллаген, гиалуроновую кислоту, добавили очень много пептидов и других компонентов, очень дорогих, да, но наши масочки, они очень доступны. То есть ваша кожа будет ярко светить, как бриллиант, да, или как жемчуг, жемчужина. Далее, терапия для рук из 4 кремов. 2 из них направлены на осветление нашей кожи, 2 из них на борьбу с морщинами, но они все 4 прекрасно работают на увлажнение. Также, используя этот крем, он очень быстро впитывается, имеет очень легкий запах, и вы можете продолжать свою работу, сразу убрать смартфон после того, как вы нанесли этот крем. Комплекс витамина В очень нужен тем, кто занимается спортом, кто испытывает стресс, кто много работает. То есть иногда, когда мы сдаем кровь, выясняется, что именно витамина В в организме не хватает. То есть у людей есть нехватка этого витамина, поэтому энергии не хватает, сонливость, депрессия, возможно, да? То есть настроение тоже зависит от нехватки каких-то микро-макроэлементов в нашем организме. Поэтому такой замечательный комплекс, наполненный питанием для нашего тела. Далее у нас витамин С, очень полезный для нашего организма, особенно в период пандемии, когда нам нужно укрепить свой иммунитет. Также полезен тем, кто испытывает усталость, да, у кого слабый иммунитет, кому нужно зарядиться энергией на весь день. С пастами у нас также сертифицированы щетки, они также появятся на турецком сайте, здесь написано Atomy Dish Purchase или Salatly Dishla, Salatly Dishla. Здоровые зубы и здоровые улыбки. Улыбайтесь во весь рот, белоснежной своей здоровой улыбкой вместе с щетками, пастами и Atomy. Итак, пробиотики для здоровья нашего кишечника. Кишечник даже выглядит, да, как наш второй мозг, от него зависит здоровье всего нашего организма, поэтому пробиотики, да, очень важно потреблять курсами в
течение года, особенно в период заболеваний, потому что наш иммунитет напрямую зависит от кишечника. Поэтому замечательные пробиотики, очень вкусные, кстати, как и витамин С, идут в форме саше, которые можно давать и деткам, и взрослые с удовольствием его их потребляют. Далее, незаменимый витамин для глаз, наш лютеин, благодаря которому, кстати, я лично сняла очки и работаю сейчас вот так вот за экраном без очков. У меня небольшой минус, ушла боль и резь в глазах при работе с компьютером, да, то есть глаз увлажняется изнутри, то есть мне не нужны какие-то дополнительные капли. Следующие помады. Я очень люблю наши помады, потому что они не только дают красивый оттенок, стойкие очень, а также они увлажняют кожу губ. У меня очень сухие губы, когда я наношу эту помаду, она губы просто в восторге. Очень красивые оттенки на любой вкус. Также есть блеск для губ с розовым оттенком, который тоже прекрасно на розовой воде. То есть такой состав прекрасный. Итак, вы заметили, наверное, что я показывала вам по три картинки, потому что я брала эту презентацию с официальной инстаграм-странички Atomic Turkey. Пожалуйста, подписывайтесь, а также берите идеи. Вы можете даже брать посты на турецком языке для своего продвижения. Это у нас ресми инстаграм сайфис. Сайфасыбир, то есть официальный инстаграм-аккаунт. Вот так вот выглядит офис, да, когда в Турции откроется свой сайт, вот так будет выглядеть офис, где вы сможете смотреть, да, на свою структуру, а также будете смотреть, какие выплаты вы получаете. Примерно вот так будет выглядеть магазин. Интернет-магазин, где можно будет делать покупки как вам, так и всем вашим партнерам и клиентам. Конечно, будет все на турецком языке. Ну, будет очень здорово, да, когда будет и свой сайт, и склад, и возможность строить глобальный международный бизнес. Такие товары выйдут, да, вот этот список. Вот так выглядит уже офис, он уже работает, здесь уже есть сотрудники. Его адрес, сертификат о том, что Atomi заходит в Турцию как официальная MLM-компания. Чтобы зарегистрироваться, globalatomi.com, далее нажимаете Atomi Hub, далее вы нажимаете Join, выбираете свою страну, выбираете язык, и вы можете регистрироваться. Мы очень рады, что Atomi открывается в Турции. Так, давайте я вам покажу то, чем мы сами пользуемся, и то, что выходит на турецком сайте. Это набор Derma Real Cica. Да? Набор, как я его называю, Cica. Он состоит из четырех средств. Да? Здесь есть еще гель умывалка. А здесь уже идут только то, что мы уже наносим после умывания. Это тонер, это ампула и это крем. То есть этот набор, он на основе центеллы азиатской. Это очень известный ингредиент в Южной Корее. То есть этот набор очень эффективен в борьбе с чувствительной кожей, с краснотой, с куперозом, с последствиями акне. То есть вы почувствуете, да, насколько он замечательный этот набор после первого же применения, почти не имеет запаха и хорошо очень увлажняет нашу кожу. Хемохим, конечно же, мы принимаем, особенно когда есть какие-то признаки простуды, можно увеличить немножко дозу, но хемохим – это топ-продукт компании Atomi, который показывает просто ошеломляющие результаты, и мы пьем его на ежедневной основе. Далее у нас фолиевая кислота выходит. Да? Фолиевая кислота выходит, выглядит вот так. Конечно же, основная рекомендация – это беременные женщины кормящие, а также планирующие, мужчины. Но не только беременным можно пить, у кого есть анемия,
у кого признаки депрессии и у кого при анализе крови выяснилось, что не хватает линофолевой кислоты в организме. Также выходит такой препарат, который называется турмацин для наших суставов, как и нарисовано на картинке. Основные два ингредиента – это куркума из Индии и сера органическая, которые также обладают мощным противовоспалительным эффектом. Коллаген – это бестселлер, потому что он очень приятный на вкус и также очень эффективный. А молодая кожа может почувствовать результаты коллагена уже после первой даже коробочки, да? Даже или после двух коробочек, после месяца приема. Одна коробочка рассчитана на полмесяца. В более зрелом возрасте уже нужно пить БАДы, витамины по 2-3 месяца, чтобы получить и закрепить результат. Следующий БАД – это псилиус, шелуха, зерен подорожника, то есть это препарат, специально разработан для нашего кишечника. Для очищения, мягкого очищения нашего кишечника, сильно он разбухает в нашем кишечнике, как пылесос, он забирает все шлаки, токсины и выводит их из организма. Шикарный набор, который начинает вкусно пахнуть уже сразу с коробки, даже не открывая еще. Вот так выглядит гель для душа, который не только очищает кожу, также увлажняет ее, не дает ей пересыхать во время мытья. А также крем для тела, шикарный крем с маслом ши, с марингой. Это интенсивное увлажнение нашего тела. Ну что, о доме Турции, готовьтесь к открытию. Уже известно список товаров, которые появятся сразу после открытия, которые уже получили сертификацию. Уже известно, где будет главный головной офис компании. Это Стамбул, он уже работает там, туда можно прийти со своей командой и обучиться, также провести презентацию. Что нужно делать сейчас, когда уже известно открытие, когда уже есть офис, когда известны, какие товары будут представлены на сайте, можно уже начать продвигать, рекомендовать эти товары, чтобы ваши клиенты были в предвкушении. Можно уже попробовать открыть офис, да, если есть возможность, и в будущем это будет образовательный центр в доме. Можно также проводить мастер-классы, если у вас уже есть что-то из наличия, какие-то продукты, можно их, можно проводить не мастер-классы, а презентации. Что еще? Можно работать в социальных сетях, то есть делать уже контент, потому что известно уже много что, и можно, исходя из этого, строить свой контент. Можно проходить обучение в нашей команде. Мы обучаем всем азам сетевого бизнеса, как стать успешным именно в Атоме. Также вы можете уже регистрировать, конечно же, граждан Турции или кто проживает в Турции, ваших потенциальных клиентов-партнеров. И работать над своей структурой, работать со своей командой и ждать открытия. Да, это произойдет уже очень скоро, осталось всего несколько месяцев. Мы желаем вам успешного бизнеса с Атоми. Любим вас. Зовут Владимир и Ника Хигай, первый стармастера в Казахстане. Кстати, в нашем YouTube-канале очень много полезной информации. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте лайк. А также, если вам интересно узнать, как работать до открытия, как работали именно мы до открытия нашей страны, есть такое видео, оно так и называется, «Как работать до открытия». Можете посмотреть, там очень много полезной информации. Также, если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, мы отвечаем на все вопросы. Всем пока, спасибо за внимание.